I visited the state of Indiana in America. Он ездил в Индиану, американскую. They're very, very good people. Очень хорошие люди там. They loved me very much. Очень полюбили его. That's my first impression of America. Это его было первое впечатление от Америки. I have not seen any American with a long face. Не, он не видел американцев с вытянутыми лицами. All laughing people, smiling people, very cheerful. Все улыбающиеся и довольные. This I like very much. Ему это очень. We should be happy. Как Баба говорит, нам следует быть счастливыми. Secondly, I liked their devotion to duty, dedication to work. И второе, что ему понравилось, как преданные были, относились к своим обязанностям, как они были определены в них. I visited some factories. Он посетил некоторые заводы. Everyone was busy with his own work. Каждый был занят своей работой. Nobody started looking at me. Никто не смотрел на него, не стоял. I got a doubt, am I so ugly or bad or what? Why don't they look at me? Никто не смотрел на него, почему? Как это будет? Third point I like there was, nobody talks ill or bad of anybody. Никто не плохо не обращался друг с другом. Fourth thing is, nobody considers any job low or cheap. И в-четвертых, это никто не рассматривал какую-то работу лучше, другую хуже, какую-то более дешевую, какую-то более. Dignity of labor. То есть как бы труд был равен. The sixth point is, they absorb anybody into their families. They absorb. They accept everybody. Они принимали друг друга как свою семью. This also I liked. Ему понравилось. Tolerance for all religions. Терпимость, да, на тот момент ко всем религиям. These are things I had observed during my first visit in 75. Это вот он наблюдал в свой первый визит. In later times, в поздние времена, my two daughters, first and second daughter, его дочери, who settled in America, сейчас они живут в Америке, and their husbands also work there, и мужья там работают, to see them I go quite often. Он ездит повидать их достаточно часто. All these my impressions have gone deep into our mind. И мои впечатления сохранились они? Да, углубляются. Да. Your impressions now more deeper. Your opinion about Americans. But I have not visited Russia. Ah, yeah. You can't compare. But Russians, I think, based on number, there are many, many that visit Puttaparthi. Что в России он никогда не был, сожалеет и видит сейчас, сколько преданных из России приезжает в Puttaparthi. Many, many of them are interested in Baba. Что очень много людей заинтересованы в Бабе. Though there is wrong opinion outside. Wrong. False opinion. That Russia is a communist country. Что как бы о русских неправильное мнение, что это коммунистическая страна. That they don't believe God. И что они не верят. Baba said it is wrong. И Баба говорил, что это неправильно. You are wrong. Baba said, they believe in truth. Они верят в истину. Truth is God. В истинные как бы ценности человеческие, а истина это Бог. They believe in love. Они верят в жизнь. Love is God. Любовь. И любовь это тоже Бог.
They believe in righteousness or dharma. Они верят в справедливость и это дхарма. That is God. Это тоже Бог. They want peace. И они хотят мира. Peace is God. И мир это тоже. So Russians worship values. Поэтому русские как бы служат этим ценностям. Of religion. Of religion. Ценностям, которые заключены в религии. Ну да, как здесь богослужение для русских это служение вот так, как бы Богу через такие ценности. By following these values. Следуя этим ценностям. They believe in God. Они верят в Бога. You people believe in God in person. Вы здесь, индусы, верите как бы в персональных богов. They believe in God by virtues, values. Да, они выбирают верить в Бога через вот ценности человечества. Вообще интересная мысль. Yes. He's interested. Very interesting accept. Though the languages are different. Разные языки. I met many groups from Russia. Он встречал много групп из России. How many albums with Russian devotees? Многие альбомы видел. Альбомы? Преданные. We don't speak to each other because languages are different. Трудно разговаривать друг с другом. But heart speaks. Но да, сердце как бы понимает его другие сердца, русские сердца. Am I clear? Yeah. Yes. What's time now? What's the time? Is it? Enough. 12. Anything more to say? Еще вопрос. Как он стал переводчиком Бхагавана? Как это произошло? How did you become a translator for Sai Baba? She just shocked. How have you become a translator? I don't think I have become a translator. He made me translate. Он сделал его переводчиком, а не он стал переводчиком. The points that added to this position is дело в том, что qualifications are его квалификация number one. Номер один. Telugu is my mother tongue, in which Baba speaks. Его родной язык и Баба тоже. Number two. Во-вторых, I've been speaking about Baba everywhere. Я говорил о Бабе везде. So I'm in touch with his literature and teachings. Я буквально был, как сказать, ну. Я знал, что он пишет. Постоянно он был в курсе всех лекций и его дискурс. And third point. И в-третьих, right from my school days. Жизнь его. I stood first in all debates and elocution competitions. School, college and university. At all levels I stood first. Значит, в школе, в колледже, в университете. Он всегда преуспевал. Да, он всегда добивался успеха. I never stood first in studies. In academics, in studies, mm-hmm. I never stood first, no. Он не был первым. Успехом в чем? В академическом обучении. I never got less than 60%. 60%. They have taken care of themselves, да, not to cross the 70. Все как бы беспокоились о своих достижениях, о своих успехах. But in debates and elocution, all through I was first. In debates, competitions, I always stood first. Speaking events, he was always first. He had very good qualities. Дело в том, что в системе индийского образования там очень важны вот эти вот споры
дебаты. А, дебаты. Вот в академических науках он первым не был, но когда речь касалась дебатов, он всегда побеждал. So these points might have contributed me to come to this position. Да, это все позволило ему быть выбранным главой. Am I clear? Yes, but it was invitation. How it was? It was letter for you, or how it was? How Swami called you? I was the state president of such an organization at that time. State president of such an organization at that time. В то время он был в организации, как это назвать по-русски, большинство. You mean the students organization? No. Swami. I attended. Satyasai organization. Satyasai within India. He was the state president of Andhra Pradesh. We don't have such words. В общем, региональный Андхра Прадеш, он был президентом ассоциации какой-то, которая занимается. I attended World Council meeting once. И однажды он присутствовал на встрече. I think it was in 1986. Swami looked all around and said, who will translate? He asked me, do you translate? Nice story. I said, Swami, if you select and decide, you will make me translate your tongue. То есть он выбрал, он заставил его переводить. I did it first time. И он переводил в первый раз. I was shaking, no doubt. Он нервничал. Voice fumbling, no doubt. Лишался голоса. Legs shaking, no doubt. Ноги тряслись у него. But I did my job. Но он сделал свою работу. Toward the end, Swami said, в конце с вами сказал. It's good. Хорошо. But. No. You are very fast. Ты очень быстро говоришь. Then I said, Swami, I'll correct next time. С вами я исправлю в следующий раз. Since that time you are speaking slowly in your interviews. Yeah, that's why. That's why. Okay. Thank you. Такой вот. Вот Индия достигла больших успехов в космосе. Индия. Посадили космический корабль на Луну. Как с вами относиться бы к этому? India now is very powerful in cosmic field. They put the India landed the space in the moon. How was Swami concerned this point? Swami expresses openly. Он выражал открыто. Landing in one's own heart, reaching within. Надо приземлиться в свое собственное сердце. It's a higher achievement. They're landing on the moon. Это нужно сделать первично, но мы уже потом. Our brother Lakis. Домохозяине, и вот с вами, говорит, надо всегда быть с ним. Но деятельность как бы отвлекает. Что порекомендует? Какую, может, что-то это самое? Домохозяин. Ну, в смысле, жена, там, ну, как бы, я не отшельник, условно говоря, у меня есть семья, обязанности семейные. Домохозяин, ну, по-гритасски. Грихаст. Грихаст. С вами говорит, что надо мне быть всегда с ним. He has a family and lots of obligations, but the question is how to be close to Swami in spite of those
Duties. Duties, yeah. Ну, забываешь постоянно. He forget about him. Yeah. Involves to the problems, involves, involves to the world. Why? How be in touch with Swami. Example. While in business, mm-hmm. or in a school, если вы работаете или в школе, or factory, или на заводе, или нет, все. Do you forget your family? Вы помните каждую секунду о вашей семье? Do you forget your children? Вы yes. не забываете своих детей? Ну, как бы они, вы знаете об их присутствии всегда. You are so many people in the factory along with you. Столько много людей рядом с вами работает. But your thoughts are on the family. Ну, вы всегда не забываете свою семью. Taxi driver, example. Да, taxi. Например, таксист. There are so many people in the car. Сколько людей сменяется в его такси? They go on talking about Leningrad. They talk about Moscow. Да, он разговаривает обо всем со всеми. But the driver's attention is on driving. Но его внимание всегда на вождении. So where there's interest? Где его интерес? Where there's love? Жизнь. A concentrated attention. Где его сконцентрированное внимание? Okay. На... Okay. Понял. Thank you. We are happy to see you again. Ayer, Babu.